При этом большинство красноярцев весь месяц самоизоляции либо работали, либо не выдержали сидеть без денег и вышли на службу в последние дни. Об этом говорят данные нашего опроса. Как горожане пережили месяц самоизоляции? Вот что отвечают люди на улицах. Как вы пережили месяц самоизоляции? Что делали? Ну, что я могу сказать? Конечно, это, в общем-то, морально очень тяжело пережить вот изоляцию. И как-то я привык все-таки видеть людей, встречаться, общаться с людьми. И видеть то, что сейчас все закрыто в городе, в центре города, это морально очень тяжело. А по деньгам вы сильно проиграли? Как у вас с работой? Ну, по деньгам я ничего не проиграл, потому что я нахожусь на пенсии. Но было непросто, но я очень старался как-то разнообразить это время. Проводил его вместе с женой, играли в картишки, убирали в квартире, переписывались со знакомыми. В общем, заполняли время как могли. И для меня, вот я сейчас прикидываю, оно пролетело довольно быстро. Но режим-то еще не снят, а вы, я смотрю, в центре гуляете. Да, режим не снят. Вот вышел кофейка, сейчас попью и вернусь домой, буду соблюдать режим. С работой, ну, видите, в чем дело. Я работаю в государственном учреждении. И, в общем-то, нам выплатили там по минимуму пока аванс, получку, конечно, значительно меньше. Я в самоизоляции не была, потому что я работаю в банке. Утром на работу, вечером с работы в магазин забежала, продукты купила, все. Обыкновенная жизнь. Но какие-то ограничения почувствовали? Ну, нет. В плане зарплаты, зарплату вовремя получаю. Я еще и на пенсии, и работаю. Поэтому все, пенсию на почте получала. Ну, а то, что гулять нельзя? А, гулять некогда, честное слово. Я работаю каждый день. Каждый день? Да. Какие-то ограничения почувствовали за все это время? Не, ну ограничения, конечно, есть, но они необходимы нам для того, чтобы предупредить распространение инфекции. Нормально. Работаем. Какие-то ограничения почувствовали? Я немножко почувствовала, да, потому что не всегда могу выйти по каким-то причинам в центр там по своим делам. Ну вот сейчас, в частности, по работе, поэтому здесь. А вообще, ну, есть немножко, да. Работа не остановилась на это время? А, нет, не остановилась, я по большей части из дома работаю. Работа, дом, все, больше никуда. Довольно печально. Почему? Ну, потому что нельзя погулять, на улицу-то особо не выйдешь, никуда не сходишь, потому что все заведения закрыты, поэтому как-то так. А что в плане работы у вас в этот период? Работаю неделю через неделю. То есть дежурным работаю одну неделю, потом другой человек меня сменяет.